Could you tell me about Heaven for Everyone? Расскажите о песне «Небеса для каждого», «Heaven for Everyone». Одни говорят, что это была исключительно ваша идея. Да, моя. Исключительно ваша? Да, абсолютно. Тогда я работал над сольным альбомом. И Фредди просто пришел в студию, услышал эту песню и заявил, что хочет ее спеть. Тогда я сказал, отлично, ты поешь гораздо лучше, чем я. Пожалуйста, спой. Так что нам было очень весело ее исполнить. Я думаю, ему понравились эти слова. Нечто похоже было у Стиви Вандера. Такое же настроение в тексте. Что для каждого должно быть достаточно любви.